Против вас, уважаемые знатоки, играет Лидия Томашевская из Саратова. В октябрьском рейтинг-листе ФИДЕ Ян Кшиштоф Дуда находится на 15-м месте. А Евгений Томашевский... Господин Марголин, угадайте, на каком месте находится господин Томашевский? Ну, допустим, на 80-м. На 80-м. Ну, вы, кажется, не очень высоко оцениваете господина Томашевского. Он все-таки 34-й. Так вот. Я пишу, что в октябрьском рейтинг-листе ФИДЕ господин Марголин находится на 15-м месте, Евгений Томашевский на 34-м.